Серьезные штрафы пришлось выплатить управляющим компаниям, которые пренебрегают своими обязанностями по обслуживанию многоквартирных домов. Кроме того, в ходе проверки было установлено, что 38 УК занимались предпринимательской деятельностью, что идет вразрез с лицензионными требованиями. Еще три компании не соблюдали правила содержания и ремонта домов. Одна компания-нарушитель за последние 3 месяца привлекалась к ответственности 9 раз, и общая сумма штрафов превысила 1 000 000 рублей. Всего же нерадимые управленцы выплатили 12 миллионов рублей штрафов. Напомним, навести порядок в сфере управления жилым фондом потребовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Регион стал первым, где недобросовестные УК через суд лишаются лицензии. Пожаловаться на бездействие управляющей компании жители могут в Госжилнадзор.